Всем привет! Вы на канале «Современные родители». И я представляю вашему вниманию мясорубку Polaris PMG-1872. Включите колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании под видео. Не забудьте поддержать меня. Для этого ставьте лайки и пишите комментарии. Мясорубка Polaris PMG-1872 станет эффективным и неутомимым помощником на кухне. Комплектация модели предусматривает наличие двух перфорированных дисков для мелкой и крупной нарубки фарша. Прорезиненные ножки обеспечивают удобство обращения с прибором. Мясорубка изготовлена из высококачественных и полностью безопасных для здоровья пластика и нержавеющей стали. Они не содержат в своем составе вредных компонентов, не вступают в реакции с химическими агрессивными веществами. Питание устройства от бытовой электросети, подключение к которой осуществляется с помощью сетевого шнура. Мясорубка Polaris PMG-1872 проста в использовании и способна производить до 2 кг фарша в минуту. Мощность устройства 1800 Вт, что позволяет справиться даже с жилистым мясом. В модели предусмотрен только один скоростной режим. Функция реверса запускает вращение шнека в обратном направлении, что позволяет извлечь застрявшее мясо или жилы. Выбор режима осуществляется при помощи поворотного механизма на корпусе устройства. В комплекте идут две решетки диаметром отверстий 5 и 7 мм. Есть насадка, которая позволяет в домашних условиях приготовить сосиски или колбаски из измельченного фарша. Насадка кеббе предусмотрена для приготовления люля-кебаб, зраз или колбасок с начинкой. Для защиты двигателя от перегрузок или перегрева в устройстве реализована технология Protect Plus. Резиновые ножки с функцией присоски обеспечивают устойчивость прибора на столе во время работы. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Пахнет пластиком. Греется. Очень шумная. Сломалась зажимная гайка через пару месяцев. Мягкий материал шнека. Теперь перейдем к положительным. На корпусе имеется две присоски. В комплект входят запасные нож и сетка. Есть насадка для изготовления колбасы. Выключатель поворотного типа. Проста в эксплуатации. Отлично перерабатывает мясо и овощи. Ножи острые, быстро перемалывает. Удобно собирается. Удобная компактная мясорубка. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. А также делитесь впечатлениями в комментариях и поддерживайте канал лайками. В описании под видео вас ждут ссылки на магазины с лучшими ценами. До скорой встречи на канале «Современные родители».